Тренер магнитогорского «Металлурга» перестанет быть американцем. Майкл Кинен заявил, хочет получить российское гражданство. Подробности в нашем обзоре спорта. Главный тренер магнитогорского «Металлурга» канадец Майк Кинен хочет получить российское гражданство. Легендарный наставник уже принял решение и обсудил это с вице-президентом магнитогорского хоккейного клуба Геннадием Величкиным. Я здесь давно, я здесь тренирую, мне здесь все нравится, мне нравится культура, люди. Мне абсолютно подходит климат, он такой же, как у нас в Канаде. Люди здесь увлечены хоккеем, и так же, как у нас в Канаде, поэтому все здесь очень близко и родное, поэтому решение пришло, да, и сейчас мы занимаемся этим вопросом. Напомню, североамериканский специалист занял пост главного тренера магнитогорского «Металлурга» в 2013 году. Через год он выиграл с командой Кубок Гагарина. Сергей Ковалев, спортсмен с мировым именем по прозвищу «Крушитель», мечтает попасть в Голливуд. В США, где сейчас живет и тренируется обладатель 3 чемпионских поясов из 4 возможных, он познакомился с Люком Бессоном. Теперь Сергей не прочь сняться в кино, только вот пока уровень английского не позволяет. Кроме того, Ковалев недавно открыл собственную промоушен-компанию. В ней он будет селекционировать потенциальных чемпионов. Особых критериев отбора для южноуральских спортсменов чемпион не выдвигает. Возможно, кто-то приглянется и в родном Челябинске. Сюда чемпион мира обещает привозить сына, чтобы тот не забывал свои корни. Со стороны сразу видно, да, то есть обращать внимание на пацаненка, который реально хочет чего-то добиться, это видно как бы со стороны, что есть стремление, есть талант, то есть просто где-то надо с ним поработать и отточить его талант, найти достойного тренера, поэтому у меня нет каких-то там критериев. Напомню, на профессиональном ринге Сергей Ковалев провел 29 боев, в которых одержал 28 побед. Одна ничья. Один из самых зрелищных боксеров мира останавливаться на этом не собирается. В выходные Челябинск встретил всероссийский турнир «Оранжевый мяч». Приехали команды из всех городов области. Соревновались на площадке перед Дворцом пионеров имени Крупской. Правила просты. Каждая игра по 20 минут. У кого больше очков, тот и победил. В команде по 3 человека. Участники рассказывают, этот вид спорта очень похож на баскетбол, но намного народнее. Для игры не нужен паркет и полноценная площадка. Достаточно одного кольца. Чуть-чуть грубее играют, чем в обычном баскетболе. Больше вольности. Больше фантазии. Зрелище. Среди 90 команд участников заметно отличились уличные баскетболисты Челябинска, Миаса, Кыштыма и Снежинска. Ульяна Любимова, Евгений Чекалов, Евгений Гладышев, ОТВ.